В этом видео, как бесплатно вашим Elementor оформить контент вот с такими эффектами иконок при наведении мыши, а также другие варианты на ваш вкус. Меня зовут Федор Васильев, и подробности в этом видео. В предыдущих уроках я уже показывал вам набор плагинов от Unlimited Elements. Мы с вами переходим вот сюда, Elements, находим Icon Boxed. И вот они, бесплатные варианты, несколько штук, которые мы можем с вами использовать в нашем Elementor. Давайте рассмотрим вот эту плитку. Для этого надо нажать Install, установить данный плагин. После установки данный плагин появится в списке плагинов в режиме редактирования на странице в Elementor. Переходим в страницы. Находим данный плагин здесь. Перетаскиваю его на холст. И сразу обновимся. Посмотрим изначально, что нам дает. Самое интересное, что здесь есть эффект при наведении мыши. То есть это какой-то бокс, где вы можете разместить свою какую-то информацию. Как ее редактировать? Иконка. Если иконка не нужна, нажимаем вот здесь вот. Не использовать. Если иконку не используем, вот здесь вот прозрачность убираем. А если используем, то цвет задаем здесь. И любую иконку на ваш выбор. Такого вида. Дальше. Вот этот текст меняется здесь. Понятное дело. Заголовок title, вот то, что крупнее, меняется здесь. Если нужно повесить ссылку, вот здесь вот решетку удаляете, вешаете ссылку, будет ссылка повешена на иконку. И таким образом вы можете использовать данный бокс, дублируя его и используя, например, в другой колонке. Данные боксы тоже смотрятся неплохо и на мобильных устройствах. Вот такой вот простой плагин, но дает визуально красивый эффект при наведении мыши. Если вам нравится Elementor и вы хотите перейти на Elementor Pro, ссылку на покупку Elementor Pro я оставлю в описании под этим видео. Покупая Elementor по моей реферальной ссылке, таким образом вы поддерживаете меня. На этом здесь все, и увидимся с вами в следующих видео.